На капусте уже сформировались крупные плотные кочаны, и теперь для успешного развития ей нужно помочь. Первым делом удаляем большие крайние листья с кочанов. Они отнимают питание и тормозят созревание. Теперь капусту нужно окучить. При этом мы уничтожаем сорняки и насыщаем землю воздухом. Рыхлим землю поближе к растению, потом пригребаем ее к кочану. Формируем холмики вокруг капустных растений. Междурядья при этом становятся очень глубокими. Почва плохо держится и осыпается. Поэтому сразу же кладем вокруг растений скошенную траву или перемолотые ветки. Трава не даст земле осыпаться и выполнит роль мульчи, которая защитит междурядье от высыхания под жарким солнцем и сохранит влагу ночной росы. А на прикрытом землей стволике появятся новые придаточные корни, которые обеспечат капусту дополнительным питанием.